Это не декорации для постапокалипсиса. Это самое сердце Одессы. Давлановский спуск. Разбитая дорога, заброшенные дома, никаких признаков цивилизации. И в таком виде улица находится уже не первое десятилетие. В мэрии обещают, что скоро все будет по-другому. Объявлен тендер на капитальный ремонт Девлановского спуска. В рамках этих работ будут выполнены работы по реновации ливневых коллекторов, замене существующих сетей газа, вода, газопровода, водопроводов, благоустройству самого Девлановского спуска. Также параллельно ведутся переговоры с собственниками зданий, которые расположены на Девлановском спуске, о приведении этих зданий в надлежащее состояние. На данный момент желающих заняться микрорайоном нет. Тем не менее, в муниципалитете обещают, что все средства на капитальный ремонт выделит частный инвестор. Параллельно ведутся переговоры с собственниками строений на Давылановском. Однако пока консенсуса достичь не удалось. Спуск остается одним из самых депрессивных мест южной столицы. Константин Гречаный, Владимир Ивжич, телеканал «Репортер».